Такие мероприятия мы проводим в начале учебного года для того, чтобы вспомнить, какие у нас эвакуационные выходы и как правильно вести и педагогическому составу, и учащимся в экстренных ситуациях. Моя задача сегодня провести эвакуацию школы, посмотреть, значит, все действия взрослых, детей, оценить и принять в будущем, значит, в будущем будут приниматься меры. Каждый должен помогать маленьким, никто не должен паниковать, ну и соблюдать порядок, все. Каждый должен идти строем, и все должны потом встретиться в одной точке и пересчитать друг друга, вдруг никто не остался в школе.